В нашу рубрику «Народные новости» сегодня обратились телезрители с просьбой внести ясность вокруг инициативы МВД, касающейся правил дорожного движения. Напомню, ведомство предложило ввести поправку, которая обяжет идущих на зеленый свет пешеходов уступать дорогу водителям, если те не успели завершить маневр. Это касается случаев, когда транспорт движется на мигающий сигнал светофора. Предполагается, что такая норма позволит сократить число аварий, виновниками которых нередко становятся именно пешеходы. Однако они считают, что новые правила для них, как минимум, небезопасны. Я не знаю, как детям объяснять, что на зеленый свет нельзя, ты все равно должен уступить, потому что, хотя зеленый свет. Ну, то есть, как бы, базовые вот эти понятия, что зеленый свет может проходить, а оно здесь будет сложно вкладываться в нашей голове. А если, допустим, стоять, пропускать автолюбителя, то когда будет пешеход проходить? Вдруг он куда-то опаздывает или там времени нет у него? Я считаю, что как есть, так и должно быть. Зеленый для пешехода, значит, пешеход должен идти. Почему я на пешеходе должна пропускать машины? Пешеход зеленый, мне горит. Почему я должна пропустить? В то время как пешеходы восприняли предложение негативно, автолюбители поддержали инициативу. Да, по идее, было бы удобно на самом деле. Из-за этого направо даже повернуть тяжело. Я думаю, для машин меньше пробок было бы, а пешеход в любом случае, наверное, успеет пройти. Ну да, я думаю, должны пропустить, чтобы завершили маневр. Это же тоже как бы безопасность, правильно? Я на это смотрю хорошо, так как я сам водитель. Все участники движения, в том числе и пешеходы, должны пропускать тех, кто завершает маневр. В то же время другие участники движения автомобилей мешают и создают пробки на перекрестках.